Припарковался сегодня на Красной Поляне, привязал машину цепью. Так вот у нас эвакуаторщики хуйосы увозят. Эти пи***сы страдали, страдали, в итоге мне забили, залили замок. Клеем. Короче, достал топор, отрубил цепь. Один выходит дешевле, потому что замок стоит 300 рублей. А этим пи***сам бы отдал 5. Вот такие дела мужчины у нас в городе. Вот такая эвакуаторщики пи***сы.